Всех приветствую на нашем канале. Сегодня у нас на обзоре Nissan Primera 2002 год, 2 литра на вариаторе, передний привод с пробегом 174 тысячи километров. Автомобиль на полном уверенном ходу. Как можете слышать, он у нас сам работает, работает мягенько. Давайте посмотрим кузов, как у нас сохранился крыло переднее правое. Подстукивает это наш дизелек. Это не Ниссанчик наш. Здесь имеется у нас вмятинка, коррозия, сколы на крыле. 500, 200, 270, 240, 160. Оптика передняя мутноватая, бампер поцарапанный. По капоту имеются у нас сколы 90, 99, 92, 90. 92. Давайте сразу заглянем под капот, послушаем на работу двигателя. Двигатель у нас видно, что свежесобранный. Головка у нас вся чистенькая, нигде никаких запотеваний нет. Работает двигатель у нас очень хорошо. Крепление левой фары визуально целое. С правой стороны крепление также целое. Панель передняя целенькая, решетка стеклоочистителей также целая. С внутренней стороны капот уже начал цвести. Закрываем переднее левое крыло. Визуально оно у нас целенькое. 130 160 130 190. Левое зеркало, зеркальный элемент целенький. Передняя левая дверь и задняя левая дверь тоже у нас визуально целые. 108 90 91 93 114. Видим, ручка у нас сломана, обшивочка в таком состоянии, светлый салон, понизу все прекрасно, состояние пассажирского сиденья, правый руль, задняя левая дверь, 140, 140, 400, 190, 120. Она у нас тоже открывается, но ручка болтается. Обшивочка подзатерта чуть-чуть, но думаю, сделать химчистку, будет выглядеть неплохо. По низу все хорошо. Состояние заднего ряда сидений. Заднее левое крыло подгнило. Места гнили 260, 700, 300, 170, 180, 260. Задний левый фонарь целенький. Задний бампер у нас с трещинами с двух сторон. У нас стоит в зазорах. С правой стороны фонарь у нас тоже полностью целый. На крышке багажника имеются вмятинки. Где-то местами лопнула шпакля. 130, 209, 1597, 96. Откроем сразу же багажник. Если он у нас откроется, рычаг дергаем. Багажник у нас не открывается. Возможно, неисправен трос. Заднее правое крыло. Имеется коррозия. 88, 107, 104, 93, 96, 93 и 89. Задняя правая дверца. Остатки скотча. Но вмятинок не видно. По толщине ЛКП все у нас отлично. Передняя правая дверца, уголочек подмят, царапины. 103 99 102 108. Зеркало правое целенькое, крыша у нас тоже в родном окрасе. А я вам хочу напомнить о том, что мы покупаем любые автомобили в любом состоянии. Контакты на выкуп будут находиться в описании. Давайте посмотрим, что у нас по салону, как автомобиль сохранился. Сигнал звуковой работает, мультимедиа также работает у нас исправно. Стеклоподъемники передний левый, передний правый работает, но он сам у нас опускается вниз. Еще раз показываю, поднимаю наверх, и стекло чуть вниз опускается, как будто видит какую-то помеху. Заднее правое, заднее левое. Центральный замок срабатывает. Рулевое колесо
У нас подзатерто. ГУР работает исправно. Точнее, сам усилитель у нас стеклоочистители. Насос качает. Указатель поворотов на панели приборов также работают. Дальний габарит и ближний. Дальний. Видим в отражении, что дальним она у нас тоже моргает. По отопителю. Моторчик на максимум. В машине тепло. Моторчик разогнался. Присутствует небольшая вибрация с моторчика. Включим кондиционер. Разницы никакой не ощущается. Температура. Работает отопитель у нас полностью исправно. Рычаг стояночного тормоза также держит. Рычаг в хорошем состоянии. Ручка выбора передач у нас подзатерта. Подстаканнички, крышечка целенькая. Подлокотник открывается, но подзатертый. Здесь у нас различные имеются кнопки. Компас. Плафон салонный с левой стороны светится. Зеркальный элемент целый. Козырек в хорошем состоянии. Водительский тоже. Козырек у нас весь целенький. За исключением вот наклеечка облазит у нас. По зеркалам. Складывание зеркал. Складываются, раскладываются быстренько. Регулировка правая. Во всех положениях. Левая. Также работает во всех положениях. Бардачок открывается. Имеется щель небольшая там. Мультимедиа у нас на японском языке. Видим, панель приборов у нас в километрах. Газ в пол, никакого дыма у нас сзади нету. Все превосходно. Еще раз покажу задний ряд сидений. И сейчас с вами поедем прокатимся, проверим техническую часть, как себя чувствует вариатор, как тянет двигатель, и послушаем подвеску. При выборе передачи у нас присутствует толчок, на драйве вибрация, говорит ошибка по АБСу. Имеются, АБС не работает. По подвеске спереди подстукивает, сзади тишина. Включаем заднюю. При вывороте руля у нас привода не хрустят. Драйв. Попробуем чуть ускориться. Отклик на педаль газа хороший. Сейчас пропустим автомобиль и тронемся с места. Газ в пол. Прокатимся по щебенке. По щебенке у нас тишина с подвески. Отрабатывает хорошо. Еще раз попробуем тронуться с места. Ускориться. Делаем полную остановку. Газ в пол. Шестьдесят. Семьдесят. Коробка не дергается, не пинается.
чувствует себя отлично. Сейчас увидите кадры замера компрессии. Замер компрессии Nissan Primera 2002 год, двигатель 2 литра, первый цилиндр. Второй цилиндр. Третий цилиндр. Четвертый цилиндр.